Транспортные артерии заполярной столицы перешли в режим сезонного обновления. О плановых ремонтных работах, а также о сроках проведения в материале моей коллеги Натальи Дуркиной. Отсутствие повреждения дорожных знаков, занижение обочин по отношению к дороге, ненормативное содержание пешеходных переходов, выбоины. И это далеко не весь список нарушений, которые выявили сотрудники окружной госавтоинспекции. В ходе проведения мероприятия «Профилактика» были выявлены нарушения в эксплуатационном состоянии автомобильных дорог регионального и местного значения. По итогам обследования в адрес владельцев дорог и дорожно-эксплуатационных организаций выдано 5 предписаний на устранение выявленных недостатков. Также по факту несоблюдения требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании автомобильной дороги по улице Калмыкова возбуждено административное производство по признакам правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 12.34 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Однако местные дорожные службы уже работают в полную силу. К примеру, сотрудники муниципального бюджетного учреждения «Чистый город» уже устраняют аварийные участки автомобильных дорог. На данный момент проводятся работы по устранению аварийной ямочности. Работы проводятся с использованием литой асфальтобетонной смеси, с использованием рециклера на базе МТЗ. Отремонтированы уже участки автомобильных дорог по улице Заводская, Пионерская, а также пересечение Черново-Ненецкая, Оленная. На данный момент сотрудники Наринмар Дорремстрой занимаются обновлением разметки по городу, а также ремонтом ям в асфальтно-бетонном покрытии. Город открасили практически там на 90% пешеходные зоны, осевые разметки. Первомайская, Ленина, Лучейского, Танзейского, Октябрьская. Сейчас в связи с погодой будем переходить уже на Искатели, на Вилладж. В этом году казенное учреждение «Централизованный стройзаказчик» планирует реконструкцию дороги Наринмар-Искателей, а также ремонтные работы на участке от улицы Рыбников до улицы 60 лет СССР. По Наринмар-Искателей в настоящее время ведутся работы по переустройству линии электроснабжения и прокладке электрического кабеля. К основным работам, по устройству велотротуаров подрядчик приступит со 2 декады июня. На Хорягинском у нас 2 объекта. Капитальный ремонт моста через реку Колва и ручей Безымянный. Строительство автомобильной дороги Наринмар-Усинск. Первый участок. Первый, второй, третий этап. Что касается участка дороги в поселке Красное, то на сегодняшний момент работы приостановлены в связи с погодными условиями. Возобновление работ запланировано на июнь. В планах произвести асфальтирование покрытия, нанесение разметки, установку дорожных знаков и озеленение. Наталья Дуркина, Антон Водряков, телеканал «Север».